Дорогие друзья, с вами Тутемпаут, а мы продолжаем играть в игру Трансформеры Закаленные в бою. И мне вот сейчас недавно тут присылали кристальчик. Очень важный. А сколько у вас тут гриндер покупается? О, о, кристалл бота второй звезды какой-то вот у меня тут есть. Очень интересно. Пока меня не было столько времени, что мне тут отослать-то могли. Ну давай, грузись уже. Чё ты так долго-то? Так. Короче, кого-то новенького я могу тут выбить. Все второй звезды, да? О, Виндблейд. Не, блин, ну ладно. Тоже неплохо. Сейчас мы его тут прокачаем. Бладжина. А он мне в команде остался, я забыл. Вроде остался. А вроде и нет. Уже забыл. В главной-то команде он остался же. Гриндер, Бладжин. Бладжин теперь еще. Да, он вроде у меня в команде оставался. Так, вот эти вот те дамблоки. Блин, у меня ж руды вообще нет. Какая тут прокачки-то? Тут про прокачку речи нет. Пока у меня руды-то нет. Запрос. О. Сейчас еще кого-нибудь новенького выбью. Давайте мне кого-нибудь серьезного. Че завис-то, телепортик мой? Давай, давай. Отлично, пока говно. Ну, ну. Блин, ну ладно. У нас новый бот, Мираж. Хрень. К сожалению. Так. Бесплатный кристалл с материалами. Ну все, давай останавливать. Вау, какая штука-то мне выпала хорошая. Круто. Не думал, что такое выпадет. А, ковка. Эта штука у нас для ковки. Ковка высших ярусов. Уровень ковки постоянно улучшает здоровье. Атакуй силу класса, делай ваш бонус класс еще более мощным. За ковку ботов вы также получаете такие бонусы. Проверка круда золота, чем выше ярус. Ага. Еще. Ну давай. Ботов выковано. Два. Любопытно. Окей. Чё у меня там с базой-то творится, ё-мазай. Никто не... А это чё? Кристарь арены. Кто выпадает? У нас топ-приз. А, ну ничего особого, да? База осколков мне тут надавала уже. Надо посмотреть, нападали на меня кто? На мою мощную базу-то. Да не может быть, чтоб на меня не нападали. Стоп. Атака, удачная атака. Нет данных, охренеть, а тут чё? Тут у меня прибыл чувачок, видимо. А, ну ладно. Упустил, так упустил. Рейд можем сделать.
Так, ладно, в бой. Предложу я вам арены. Особые тут у меня есть. Что за особые миссии? Не. А это чё? А это рейды у нас. Давайте сюжетную линию пройдем мы сегодня. Явление. Сколько у меня... Тогда баджан у нас остался. Этих-то золота осталось, не пойму всё. Ну, давай, грузи уже. Давно я не дрался, конечно, тут. Надо будет сейчас еще мне управление вспоминать. Так, слегка. И навыки мои. Чё как, чё делать? Чё так долго грузит? Давай грузи уже. О! Я добавил к этому состязанию более кое-кого, кто может быть тебе знаком. Я изменил некоторые его способности ради достижения цели квинтэссонов. Цели квинтэссонов, насколько я понимаю, у вас может быть только одна цель — получить фатальный нокаут. Правда? Невидимость и хитрая сила, способные поймать в капкан и обуздать твои нахальные манеры. Невидимость и хитрость — мираж. Верная догадка. Продолжим. Мираж у нас тут поймали. Так, Рэтчет. На Рэтчет пойдем. Сразу, что нам тянуть-то? Рэтчета пусть мочит Гриндер у нас. Потренируемся, так сказать. Разведчики эти боты быстро истребляют врагов благодаря частым спецатакам и высокому шансу критических ударов. Понятно. Это мы все читали. Это нам все говорили. Блин, чё так долго, ё-моё зай, да у меня уже этот бой с Рэтчетом, мне кажется, я уж там ждать привык. Так, ну-ка, уклон назад. Отлично, кажется, я еще помню, как стрелять. Давай. Давай его застрелим, а, Гриндер? Чё нам с ним возиться-то? Какой ворот, Гриндер, я тебе не говорил атаковать, ну давай попробуем поатаковать его. Давай. Мочи его, Гриндер. Неплохо, давай еще на добивание. Отлично взял. Давай еще ему вот так. Отлично. Все-таки я помню еще его навыки. У меня еще навыки остались. Так. Шартикон у нас тут какой-то. Шартикон-техник. Ну, Гриндер, справляйся как-нибудь.
надеюсь, он справится. Повтор миссии позволяет исследовать другие пути, чем дальше, тем интереснее. Пипец, мне пожелательно вообще сюжетную линию пройти, а не повторять ее. Главы, тут глав так много, это просто жопа, лучше бы столько в битвах на земле добавили. Трансформерах, битвах на земле, если бы столько там было, то мы позже там наубивали. Ну вот, ну чё, иди сюда, Артикор, ты акулка, ты будешь моей акулой, потому что я тебя сейчас тут покалечу. Давай, нападай. Техник как-то тупо соображает, на месте все время стоит. Вот чё ты на месте стоишь? И чего ты мне тут выстрелил? Я тебе сейчас еще сделаю одно и то же. Все, завалил. Отлично. Мне показалось, что эта игра хотела, наверное, эту сказать. Что-то интересного. И что за засада? Откуда засада? Опять Шартикон техник. Вот это вот я не ожидал. Это очень интересно. Засад теперь еще у нас могут быть. Иди сюда. Ты еще... Ты решил не сдаваться, я смотрю, да? А техник? Иди сюда. Нападай. Вот проклятый Шартикон, а. Найти еще надоем. Найти еще. И вот это вот было очень мощно и хитро. Ну, ничего. Я тебе все равно победил. Отлично. Сейчас руду накоплю, надо Бладжина немножко улучшить. Надеюсь, сюрприз удался, и тебе порадовало и тебя порадовала технология, взятая у твоего так называемого коллеги. В этой новой реальности ученый, я не уверен, что кто-то может быть коллегой. Мираж, как ты мог? Учитывая все охватывающие силы квинтэссонов, как я не мог. Не, вряд ли мы против Гриндера такого пойдем. Мы лучше на Бладжина. Смотри, наших ботов поставили, охренеть. Придумали. Наших-то ботов ставить против нас. Что ж, как ты заносишься в дрифт танки, я не знаю, наверное, ты просто супер водила, но это не важно, потому что мы тебя сейчас на куски разрубим. И даже не дадим тебе сообразить. Да, так и будет. И уже стало. Он даже не понял, что творится. Ой, 14 уровень, мне теперь шикарно. Ну что, мираж. Мираж, все эти годы Клифджампер был прав, ты лжец. Разве ты не видишь, Проу?
Это квинтэссона. Они вынуждают меня. Я вижу лишь кибертронца, передавшего врагу передовую технологию. Если мы не можем наговориться, пора пустить ход невидимый бокс джитсу. Невидимый бокс джитсу, чувак, тебе нужно что-то делать с твоим красноречием. Начнем, предатель. Не думал то, что Мираж нас предаст так сильно. Самое главное, заметьте, его под власть Квинтэссон не взяли, он сам так решил. Встать на их сторону. Ну и еще сейчас из него Гриндер все выйдем, да, Гриндер? Давай, начинаем. Нате. Вау, а вот это было интересно. Ты жулик. Мираж, ты это знал? Не надо мне мозги пудрить. Ведь ты лжец, жалкий. Нахальный лжец. Надо тебя вот с пулеметиком его убрать. Сдалека, да, лжец? На-ка тебе вот так вот врежем. Подадим газку на тебя. Иди сюда уже. Задолбал. Уже слишком, иди сюда, я тебя сейчас прикончу. И на завершение. А завершение где? Слышь? Ты охренел? Не, ну он охренел. Слых? Вот, все, успокойся, почти меня убил уже. Вот уворотливый. Отличненько. Все, теперь на базу. Так. Конечно же, дорогие друзья, мне игра нравится. Просто она надоела мне спрашивать такие вопросы. Так. Нам надо посмотреть, что можно сделать с блаженным. Нам надо его улучшить. Так, уже не хватает. Ладно, вот так. Неплохо все равно. Ну что ж, ладно, дорогие друзья. С вами был Тотем Паут и очередная серия трансформеров закаленных в бою, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.